Подготовка к отопительному сезону завершается. Всего по республике для подготовки к зиме из бюджета предусмотрено 24 миллиарда рублей. По состоянию на сегодняшний день подготовлено около 1200 котельных и введено 2,5 километра тепловых сетей, а также водопроводные и канализационные сети. Отопительный сезон начался в 35 муниципальных районах. Также проводится запуск тепла в жилфонд Якутска. На завершающем этапе сейчас навигация из 566,6 тысяч тонн всего объема доставки по отрасли. Сегодня отгружено 96%, доставлено 75%. Начало отопительного сезона все объекты обеспечены топливно-энергетическими ресурсами. Оно было доставлено еще с прошлым автозимником. Остаток топливных ресурсов хватает до открытия зимника, то есть до февраля-марта. Кроме подготовительных работ, в этом году запланировано введение более 30 объектов по линии инвестиционных программ коммунального комплекса. А также для обеспечения арктических районов топливом до марта месяца следующего года необходимо 566 тысяч тонн топлива. Из них уже завезено в конечные пункты 542. Ну а что касается строительства второй очереди Якутской ГРЭС, она выполнена на 95%. И вот объект назначен на конец сентября или начало октября текущего года.